Надо же прицелиться куда-нибудь. Ну вон, около веточки, аж веточки зашевелятся сейчас. Это винтовка Мосина. Отличие ее длина. Причем эта винтовка, данный образец, снайперская. Есть вот кронштейн, отличается она кронштейн под снайперский прицел и затвор загнутого типа, чтобы он не мешал, здесь затвор, прицел стоит сверху, здесь он для удобства заряжания. Также она охолощенная, переделанная полностью под холостые патроны. Перезарядка, так же как на обычной, то же самое все, также взводится, просто затвор чуть по-другому сбоку получается. Прицел... Где-то здесь прицел у него есть, именно с нее еще снайперский прицел есть. Это вот это работает, это именно для стрельбы без прицела. Стоит деление, черточки, и выставляется длина, какая 100-200 метров. Вот, дальность ее до 2 километров можно ставить. Выставляешь примерно на глазомер, сколько идет расстояние, вот 200 метров. И наводишь мушку и стреляешь. Разборка то же самое, а принцип одно то же самое. Также курок нажимается и вытаскивается затвор. Также вставить нажимаешь. Все то же самое. Здесь вот оно. Можно разбирать, чистить. А боеприпас какой? 7,62 патрон. 5 штук. Заряжается 5 штук. Все то же самое. Принцип массовости оружия одни и те же, чтобы использование можно было одних и тех же боеприпасов. Такая винтовка уже была на Первую мировую войну, но единственное, что не было снайперских. Снайперские уже, конечно, это в основном Вторая мировая война. А тут то же самое, это знакомые поисковики, пункты приема металла. Вот Ф-ка граната, это сапер. Можно, да. А это диск от чего? Это от Дегтярева пулемета. Это все найдено в Ливенской земле. Да? А можно стрельнуть им сейчас, нет? Можно. Серьезно? Можно. Есть вот они. Пойдем, Толик. Посмотрим, как ключ шмаляет. Сами стрельнете. Пойдем шмальнем. Так. Это холостой патрон. До конца ты. Раз. Утопил. Следующий сверху. В ту сторону. Перезарядочка. Так же все, назад возвращаешь, это выкидываешь. Все, да, следующий. Она опять вот вниз уходит. Ну, вот это... это суть того, что это именно из-за того, что холостые. А, это из-за холостого. Пуля, она чуть-чуть это как. Она стабилизирует, да, пуля? Пуля, идее? Она здесь ложится, и она дает более ровное направление. Не, а, не идет. Все. Надо же прицелиться куда-нибудь. Ну вон, около веточки, аж веточки зашевелятся сейчас. Ну это прям очень сложно. И сиденье, да, даже до конца. Ага. А, и ствол вниз, так будет легче заряжаться. Да что ты! Ух, техника на грани малонаучной фантастики. Так, друзья, не забудьте подписаться на канал, где вы еще такое увидите, чтобы человек стрелял из снайперской винтовки. Очень круто. И теперь у меня есть еще... А, спуск надо, да? Вот так выглядят, кстати говоря, холостые патроны, видите? Все то же самое, только без пули.